Картины польского художника Феликса Пенчарского смотрят зрители театральной галерки. Это мелкие торговцы, бедные студенты, служанки, все те, кому не удалось попасть в первые ряды. Их лица искажены ухмылками, и кажется, общение им намного интереснее самого спектакля. Это маленький такой театр в провинциальном городе Люблине. Самые разные типажи. Здесь вот есть гимназист, который так вот читает эту программку, да, перевесившуюся. А все остальные уже как-то поглощены вот этим эмоциональным своим весельем. Конечно, юмор, комизм здесь пронизан, эта картина пронизана этим всем. Именно с этой картины начался проект художественного музея «Философия смеха». Автор полотна был глухонемым, поэтому во многом символично, что проект открывает театр «Пиано». В проекте «Философия смеха» музей объединил экспертов из разных сфер, чтобы рассказать нижегородцам о темах, связанных с этой необычной картиной. В рамках проекта пройдет лекция «Образ смеха в изобразительном искусстве», экскурсии по театру и даже Рождество по-польски. Для музея всегда важно, чтобы приходили посетители, и не просто, чтобы они проходили и смотрели по стенам и уходили. Нам хочется, чтобы они оставались, чтобы они задумывались, чтобы было им интересно. Получился вот такой интересный проект, который, как мне кажется, в первую очередь, правда, объединяет наш город, и это доставляет большую радость, что мы взаимодействуем все. Картину Феликса Пенчарского на представлении в Люблине можно увидеть в Доме Сироткина. Мероприятия проекта «Философия смеха» будут проходить на разных площадках города до 5 января. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижний.